Астения, слабость, недомогание, выпадение волос и тромбоз – это лишь малая часть их негативных последствий, которые остаются с нами после перенесенной инфекции COVID-19. Как пояснил отоларинголог Геннадий Шамрила, чаще всего пациенты обращаются с одним из самых частых последствий – потерей или искажением вкуса и обоняния. Анастения раньше это было немножко очень редкое заболевание, которое в основном сопровождалось, если у пациентов были полипы в носовых. Это чаще всего там какие-то увеличенные носовые раковины, отек слизистой, бывают поствирусные анасмии. Но сейчас, когда прошла вот эта пандемия коронавируса, вот по литературным данным до 90% пациентов страдали анасмией, то есть это полное отсутствие запаха. Может быть, парасмия – это искаженные запахи. Ну, соответственно, если нет запаха, то искажается и вкус. Когда вирус попадает в наш организм, он поражает не сами респираторно-обонятельные нейроны, а поддерживающие и питающие их клетки, вследствие чего они перестают нормально функционировать и распознавать запахи. С такими проблемами после ковида нередко обращаются к врачам-отоларингологам. Мы назначаем препараты, которые… больше даже европейские такие рекомендации, это эфирные масла, которые содержат, могут быть цветочные, могут быть хвойные, то есть резкие запахи могут быть кофе, там имбирь, чеснок, дальше гормональные препараты в нос назначаются, но это уже должно быть все под контролем врача. Если взять про эфирные масла, то есть мы должны стимулировать обонятельный нерв, мы должны по 20 секунд каждое масло нужно вдыхать и перерывов, поочередно каждое ноздря и перерывов через 30 секунд. Большинству пациентов вкус и обоняние возвращаются в течение месяца. Однако у многих этот процесс затягивается на срок более полугода, а то и вовсе тянется годами. В любом случае решать проблему лучше как можно быстрее. Поэтому визит к специалисту не стоит откладывать.